Приветствую вас всех, мои дорогие подписчики. Вот смотрю на свою красоту яблочную. Что же мне с ней делать? Итак, хватит мне тут сидеть рассиживаться. Пожалуй, что соберу-ка я эти яблочки и буду варить из них варенье. Нечего прохлаждаться. Зимой это будет вкусно. Пошла за миской. Смотрите, какие висят. О, вот эта ветка по центру наверху. Спелые яблочки такие. Желтенькие. Я прям чищу себе и съедаю, наверное, штук по 5 яблок. Каждый день. Это очень полезно. Вот они, мои яблочки уже в миске. Сейчас я их помою, очищу от всех вот этих вот бочков неинтересных, от сердцевинки и от кожуры. Можно порезать кубиками, но я сделаю просто ломтиками. Так мне будет побыстрее. Яблочки вымыла, порезала на ломтики. Здесь у меня килограмм яблок. Берем еще один лимон и килограмм песка. Килограмм песка. Стоп, стоп, стоп. Сколько у нас тут песка? 900 грамм. Производители дорогие, ну хватит над нами уже издеваться. Верните нам. Килограмм песка, литр молока, 250 грамм творога, 250 грамм масла. Вон даже собачки ругаются. То надоело уже тут на глаз все досыпать. Так, что теперь делаем? Теперь буду высыпать яблоки частями вот в кастрюльку. Пересыпать этот слой яблок песком. Сверху опять яблоки. И так вот весь килограмм. Я это делаю в первый раз, поэтому делаю из килограмма яблок. Значит, повторю рецепт. Килограмм яблок, килограмм песка, один лимон. То есть один, один, один. Тоже нашла на просторах интернета. Это у нас будет варенье. Мы эти яблочки будем варить. Потом очистим лимон от косточек, кожуру срежем. Мякоть и сок лимона тоже поместим в кастрюльку к яблокам. И поставим на огонь. Туда же пойдет и цедра отдельно. Вот как у меня эта кастрюлька как раз ровно на килограмм яблочек. Ой, что же у нас творится с погодой? Вышла поснимать на улицу, потому что в комнате очень темно даже со светом. Так и здесь опять темное. У меня получилось видео заморозки томатов темное. И здесь опять. Вот прибавлю сейчас. Уже не знаю, как можно больше прибавляю вам свет. Так, ладно, все видно. Теперь приступаем к лимону. Лимон очистила вот так. Вот эту цедру сняла, она горькая. Не хочу ее в варенье. Это лимон, похожий на апельсин. Сейчас его весь изрежу и брошу в кастрюльку. И цедру туда брошу. И смотрите, как у меня тут Левушка спит. Вот спит, просто спит, как лошадка, наполовину стоя. Вот молодец. А Луис где-то там сидит. Режу сюда лимон. Ах, какая красота! И лосик мой появился. Вот такая красота получилась. И сейчас я все это поставлю на огонь, на конфорку. Воды никакой не добавляем. Несем и ставим готовиться. Наше вкуснющее варенье. Варенье я варю из антоновских яблок. Сюда хороши твердые сорта. Поставила наше варенье на огонь, на маленький огонек. Пусть сейчас яблоки дадут сок, сахар растворится. Я буду все это помешивать. Многие советуют лимон и цедру добавлять, ну, минут через 10-15. Я положила сразу, потому что у меня что-то сразу много дел. Покажу сейчас, что я еще делаю. У меня тут вялятся помидоры, поэтому заходите на канал. Видео тоже будет про помидорки. Ну так вот, помешивать будем, чтобы не пригорел наш сахар и чтобы кастрюлька наша и варенье не испортили. Сахар у нас растворился. 100 грамм сахара я не забыла, добавила. Теперь у нас наш сироп закипел. Убавим огонь и проварим так минут 25. Затем я выключу и оставлю все до утра. А утром продолжу. Вот
варенье это на следующий день. Ой, солнце светит. Ой, не знаешь, где лучше показать. Вот здесь вот, наверное. Смотрите, какое оно стало. Вот, даже как мармелад. Сейчас я достану отсюда цедру лимона. Вот она. Всю достану и выброшу. А варенье еще раз прокипячу и уже разложу по банкам. Ну и совет вам от тещи. Как я проверяю готовность варенья? Меня так учила мама. Чуть-чуть берем вот. Вот видите, капает, да? Но аккуратно, потому что все горячее. Можно капнуть на блюдечко. Сейчас. А можно вот так на ноготок. Вот, видите, капелька не расплывается. Вот она. Никуда она не расплывается. Значит, варенье готово наше. Останется только слизнуть. Показываю итог. Вот оно варенье. Получилось 4 баночки небольших. Ну, таких средненьких. И чай мы будем пить. Это очень вкусно пить чай зимой с хлебушком, с маслицем. Знаете, так вкус детства. И вот у меня еще здесь листья. Засушенные листья в 800-граммовой банке. Это мелисса. На ней стоит пластиковая коробочка с засушенными листьями черной смородины. А в баночке из-под кофе это листья малины. Их можно заваривать как отдельно, так и смешивать. Я думаю, что будет очень вкусно зимой. Вот такая заготовочка у меня получилась. Такое варенье я сварила. Вот. Ну что ж, всем до свидания, всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь, заходите, всех люблю, всех жду, всем рада.